Pe strada Zelinski 26, fracție 3 din capitală, lucrările de reparație sunt în plină desfășurare. Este planificată renovarea completă a drumului care duce spre școală și grădiniță. В общей сложности на данный объем работы из муниципального бюджета, то есть на все 15 объектов, выделено 5,5 миллионов леев. Если мы говорим про данный конкретный объект, здесь объем работ стоит 480 тысяч леев. Unele lucrări la acest proiect au început anul trecut. Vorbim despre drumul și trotuarul de lângă liceul Mihail Grecu, unde lucrările sunt realizate în proporție de 80% și vor fi finalizate anul acesta. На сегодняшний момент, то есть мы не будем укладывать еще асфальт, потому что в связи с некоторыми бюрократическими моментами асфальта у нас нету. Тем не менее, работы не останавливаются, работы продолжаются. Мы готовим белый вариант. Как только поступит асфальт, асфальт по каждому объекту можно будет уложить в течение одного дня. Мы поддержали этот проект, внесли свои поправки, иначе бы этот проект просто не был бы реализован. De asemenea, Alexandra Odințov a menționat că după aceste lucrări va fi reabilitat și teritoriul curților blocurilor din sectorul Botanica. Ранее должно было быть 15 дворов, но, к сожалению, из-за вопросов с финансированием будет полностью благоустроено не 15, а 7 дворов. Мы опубликуем чуть попозже эти адреса. То есть полное благоустройство двора – это что означает? Это означает и приведение в порядок зеленой зоны, обустройство спортивной площадки, замена коммуникаций, полностью замена тротуаров, освещения и самого асфальтового покрытия в этом дворе. Până în prezent, în sectorul Botanica din capitală, prima etapă a lucrărilor de reparație a fost finalizată pe străzile Praga 82, Titulescu 18 și pe Bulevardul Dacia, lângă porțile orașului. Ilona Vedrașcu, Victor Duduc, Accent TV.